Начинаем вязать лист с правой стороны. В этом месте привязываем нить. Это где-то в районе, где вот 3 воздушные петли на полотне. Значит, мы привязываем на изнаночной стороне нить. Я завязываю обычным узлом, потом эту нить заправляю. И провязываем 2, 4, 6, 8, 9 воздушных петель, а потом, когда у нас появляется этот уз, потом столбиками за заднюю полупетлю 2, 4, 6, 8, 9 воздушных петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Где-то в 8-ю петлю 2, 4, 6, 8. Можно немножко раньше. Меня тянет 8 и провязываем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 столбиков за заднюю полупетлю. Это будет раз, вот зарачим шагом, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем полотно, провязываем воздушную петлю. А нет, не надо, она и входит уже 7. И провязываем столбики без накида, а потом столбики за заднюю полупетлю и просто столбики до конца ряда. Столбики по воздушной цепочке. Далее, когда появляются столбики за заднюю полупетлю, и так до конца. Довязали до конца ряда, делаем столбик без накида за заднюю полупетлю, ну или вот зарачьим шагом. Дальше разворачиваем полотно, здесь воздушная петля нарисована, разворачиваем, 4 без накида, 1, 2 полустолбика с накидом за заднюю полупетлю, 1, 2, 3, 4 без накида, 2 за заднюю полу, 2 полустолбика. И дальше 2, 4, 6, 8, 10, 11 столбиков с одним накидом, тоже за заднюю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Дальше 2 столбика из одного, 1. Делаем небольшое прибавление.
один столбик с накидом, один полустолбик отсюда же с накидом, два полустолбика и столбики без накида до конца ряда. Над последним 2 столбика без накида, воздушная петля, разворачиваем, в первую петлю не провязываем, а во второй столбик, столбик без накида, и так до конца ряда за заднюю полупетлю. Вот мы довязали до конца. Дальше у нас идет прикреп. Подрачим шагом 1, 2, 3, 4 столбика, ну вот где-то над 3 столбиками, значит, провязываем 1, 2, 3. Я свяжу 3 столбика. Дальше воздушная петля, столбик без накида, столбик без накида, 2 полустолбика, и дальше столбики с накидом 2, 4, 6, 8, 10, 12 за заднюю полупетлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше 2 столбика из одного. 1, 2. Дальше 2, 4, 5 столбиков над столбиком. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 теперь. 2, 4, 5. Еще один столбик с накидом. И теперь вот так вот нарисованы столбики. Это значит, что следующий столбик мы должны сделать. Он нарисован с одним накидом. Ну, попробуем с одним накидом. То есть мы должны вывязать его не из столбика низлежащего, а из этого столбика, который мы только что связали. Захватываем за 2 ниточки. То есть вот тело столбика. Можно и за одну будет вытянуто. Лучше за 2 ниточки. Рабочую нить провязали 2 и 2. Следующий столбик с накидом тоже не оттуда, откуда столбик, а вот наше тело столбика. За 2 нити провязываем столбик без накида. То есть вот получается, мы как бы как из воздуха надстраиваем столбики. И последний столбик. Вот, не провязывая дополнительные воздушные петли, мы связали столбики с накидом. Это вот эта вот часть. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем полотно и столбики без накида до конца, аж спускаемся до конца ряда. Вот мы довязали. Теперь
пару столбиков на этом повороте без накида и вот мы проходим и два столбика за рачьим шагом. Раз столбик и второй столбик. Так, теперь разворачиваем полотно, делаем воздушную петлю, 2 полустолбика, раз, два, и столбики с накидом, вот приблизительно там, где у нас в предыдущем ряду была прибавочка. Столбики с накидом. Вот, чтобы не считать, вот у меня место, где идет прибавка, значит, я вот в этом районе остановлюсь. То есть мы вяжем до прибавки. Так, есть. Вот была прибавка. И мы здесь остановились. Дальше еще один столбик. Можно за прибавочкой. И раз, два, три, четыре, пять полустолбиков. Раз. 2, 3, 4, 5. 5 полустолбиков, 2 столбика без накида, воздушную петлю, разворачиваем и провязываем до конца столбики без накида. Когда мы довяжем, мы должны будем внизу еще связать 1, 2, 3 столбика под рачьим шагом. Вот в этом месте. Значит, мы поворачиваем полотно и провязываем столбики без накида за заднюю полупетлю. Провязываем 3 столбика за рачьим шагом. Вот это будет наше место. То есть мы уже связали 2 кончика лепестка. Дальше мы начинаем вязать третью часть аналогично.